ситуация. Товарищ, который занимался производством мяса, никогда не ел мясо, потому что он знал, как делается мясо, и покупал рыбу, потому что никогда не видел, как делается рыба, да? Ну, помнишь же эту историю? Да, и вот такой вот просто смешная штучка, ну, как меня повеселило, она вдруг родилась, не знаю откуда. Продавец, протухшим мясом, отравился кислым квасом. Жил со вкусом, без хлопот, а теперь я кушаю его. Тело рвет его на части. Помогите, в медсанчасти. Его в коечку кладут, обещают, что спасут. Сделал 200 промываний, он почти что бездыханен, слава богу, что живой. Вот в палате. Кто такой? Уточнил ему соседа. Чуть не умер от обеда. Я так